Так, ну что, продолжаем наше прохождение, да? Погнали. Огнежар. Видимо, наверху емкость с ним. Щей. Сколько тут огнежар? Если та бомба внизу взорвется, все будет, как он и обещал. Дым затмит солнце, а город утонет в пламени. Мы должны это предотвратить. Разбить решетку. Похоже, деревянная скоба не очень прочная. Помоги вытолкнуть. Хорошо. Грубые силы это я могу. И что? Спасем город, надеюсь. Но как упадет, сразу беги. Потому что тут же сработает детонатор в бомбе. А мы выживем? Может и нет. Толкай. Получилось. Мы не дали Дервалу уничтожить Меридиан. Это не все. Он хотел заставить Авада смотреть. Ну нет. Дервалу не попасть во дворец. Он охраняется. Ты все же иди туда. А я осмотрюсь. Может, люди Дервала оставили какие-то следы? Ладно. Не бойся. Во дворце его сразу прикончат. Так, и что дальше? Смотрите место. Следы. И на них огнежар. Ведра! Будем передавать по цепочке! Что случилось? Не слыхал такого взрыва со дня осенью. А чтобы жизнь была красочной. Иди, давай поговорим. Смотрите, там дым поднимается. На нас напали? След ведет внутрь. Еще одно убежище Дервала? Не понял. Так. Что такое? Не понял. Так, и что дальше? Идите посмотрим. Вниз, что ли? А, вниз. Видимо, здесь Дервал собрал детонатор. Он пробил тоннель в стене. Дервал все-таки пробрался во дворец. Так, надо аккуратно, то упаду. Вниз, вниз. Жаль, не увижу короля солнца на коленях. Хватит жаловаться, погонь. Кто-то должен охранять тыл. Ты бы свой тыл охранял. Команда, бей.
А, блин. Так. Опять эта хрень. Посмотри на себя. Жалкий последыш безумного короля. Ты отнял у меня право убить твоего отца. Ну, обойдусь тобой. Приятно посмотреть, как карха горят. Тем приятнее, что смотреть мы будем вместе. Прощайся с Меридианом, Ават. Вдохни запах гари и подавись пеплом. Ха-ха, нету. Что-то не так. Что? Я ничего не слышал. Со стороны окраины задымило. Нет! Должна быть буря! Буря! А не какая там струйка дыма! Ах, ну что ж, что ж. Это еще понадобится. А? Разберите взорвало югоприспешниками. Так, вчера погнали, да? Да, начнется Рубилово. Что это? А, та самая девка, что напала на мой лагерь. И обезвредила бомбу. А, вот как. Но это ничего не меняет. Я все равно ограблю трон кровью. Сперва твоей, а потом его. Да. Тревога! Давай побыстрее. Мне еще надо убить бога солнца. На-нах. Это еще не все, Нора. Любой мастер Азирам тебе скажет. Всегда нужен третий план. Тьма. Идите сюда. Сейчас познакомимся. Зачем возиться самому, если можно поймать машину? Блядь! Блядь! Твою мать! Фая! Бля! Я надеюсь, что любишь с такими драться, потому что у меня их еще много.
Нужно брать, пока можно. А, блядь. Да блин. Я надеюсь, ты любишь с такими драться, потому что у меня их еще много. А, заебали нахуй. Че, кто следующий? Заебали. Так. Сундуки все нужны. Может. Так, сундуки все нужны. Так, все, да? Все, вроде. Я бы хотел, чтобы тебя прикончила Эрза. Но могу сделать это и сам. Давай. Я не боюсь. Хотя ты и тут напортачишь. Как всегда. Я знаю, чего ты боишься.
что тебя отправят в источник в цепях. Все кланы в жиле хотят твоей смерти. И они знают, как тебя помучить. Столько будет желающих. В этом ты весь, убивать чужими руками. Заткнись! Твою судьбу решит король солнца.
Элой. Сказать, что я испытываю благодарность, значит ничего не сказать. Ты спасла мне жизнь. Ты спасла Меридиан. И благодаря тебе убийца будет наказан. Мы сможем оплакать Эрзу, зная всю горькую правду. Что бы с нами было, если бы не ты? Думать не хочу. Надеюсь, ты останешься в Меридиане. А что теперь будет с Дарвалом? Ну, пока пусть посидит в старой камере под кольцом солнца в Меридиане. А что с ним станет, когда его возвратят в Источник, не хочу даже думать. Мой отец был весьма изобретателен по части истязаний. Но изобретения Зарам превосходят даже его задумки. Как жаль. Дервал очень умен. Он мог бы достичь таких высот, если бы не мой отец. А вы с Эрзой... Ну... Полагаю, теперь мои чувства к ней. И так понятно, правда? Она была не просто советником. Она была опорой. Мы не могли быть вместе. Отношения между Карха и Азирам в Меридиане и так напряженные. Союз Короля Солнца и Воительницы Азирам неизбежно вызвал бы бунт в городе. И, вероятно, войну с кланом. И кто-нибудь знал? Один человек. Дервал. Он безуспешно добивался ее. Жгучая ревность стала для него еще одним поводом к ненависти. Зачем я вам нужна в Меридиане? Мне кажется, это очевидно. Мне нет. Ну, во-первых, благодаря твоим усилиям город не сгинул в пламени. Ты сильная, умная, ты способная. И мне очень нужна такая помощница. Так, у меня свой путь. Такой, в принципе, как Эрза. Спасибо за предложение, но мне кажется, ни вы, ни я к этому не готовы. То есть, сейчас. Мне предстоит еще много сделать, и я знаю, что моя цель далеко от Меридиана. Ну, конечно. Не буду настаивать. Ты как Эрза. Сама себе хозяйка. Но знай, ты всегда здесь желанная гостья. Я все же надеюсь, это рассвет для нас, а не закат. Че? Мне пора идти. Неважно. Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. И если надо, я приду к тебе на помощь. Всегда помни об этом. Так. Поговорить с Рэндом, да? Йо. Фу, блин, запарил. Элой, я тут думал о Берзе. Она бы убила Дервала на месте, точно. Потому она и отправилась к нему, чтоб прикончить. Но она велела мне взрослеть. Было тяжело такое услышать, но пытаюсь ей верить. А тот, кто взрослый, делает, что должно, а не что хочется. Так? Ты меня спрашиваешь? Ты явно постарше. Да, но веду себя как юнец. Ты поступил правильно. Еле себя заставил. И до сих пор хочу потихоньку свернуть ему шею. Ты этого не сделаешь. Ты хороший капитан. Ну, хватит. А то расплачусь. И что теперь? Так, что теперь ждет Эренда, капитана Авангарда? Отправлюсь ненадолго в Жилу. Ну, повидаюсь со своим кланом. Похороним Эрзу, как положено. Как она бы хотела. А это значит, больше Браги
без трёпа. Дорвал? Как думаешь, что Азирам сделают с Дорвалом? Сначала будут долго спорить между собой. Но знаю точно, казнь будет страшной. Меня устраивает. Может быть, даже я загляну к нему и напомню, что его ждет. Что ж... Знаю, тебе пора. Искать убийц, покорять машины, дел не в проворот. Знаешь, когда мы встретились, я думал, повезло этой красотке, что познакомилась с такой важной шишкой, как я. Но это мне повезло, что ты уделила мне минутку. Только не забывай меня, когда будешь покорять мир. Для тебя всегда есть минутка. Может, даже две. Две? Ха! Я ей нравлюсь. Так. Разрешите Олену в зоне раскопок. Так, я, короче, хочу... Я хочу... Поменять стрелу хочу. Лук, то есть. Вот этот лук я хочу поменять обратно на охотничий, потому что это хуйня какая-то. Электрические, блин, какая-то хрень. Вот стрелы поменять нельзя, что ли? Видимо, нельзя. Так. Где тут барыги? Хочу поменять стрелу обратно. Лук. Короче... О, блин. Так, давай-ка продадим-ка ненужные вещи. Так, продажа. Так, продажа. Продажа. Что еще есть? Так, боевой лук карх. Вот это полная хрень. Охотничий лук карха надо мне. Охотничий лук карха. Подожди, охотничий лук ты не зависал, да? Боевой лук карха. Подожди, лук жертвует убойной силой ради быстрой перезарядки, повышенной способности. О, вот же! Тьфу, блин. Так, сердце рыскаря, да? Сердце рыскаря. Хорошо. Лучше товаров тебе... Так, навыки давайте. Так. Что, давай это вот. Так, предметы. Предметы, так, ресурсы, модификации. Так, изготовление. Так. Рыскать, да, рыскать. А, вот, сердце рыскаря. Все, понял. Так, карты. Ищем рыскари. Ну, вот они здесь. Надо вниз спуститься иди. Подожди-ка. Мне нужен рыскарь. Где рыскарь, а? Так, кот рыскарь. А, нет, долгоног же. Так, рыскари. 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 Здесь что ли? Так, мне нужны рыскари. Этот лук полная херня, вообще херня.
быстрее! Значит, ты пришла помочь? Переписал а что нас тут сейчас всех убьют? Он заставляет создавать агрессивные машины. С каждым годом все более смертоносные. Зачем? И что такое? Или кто такой этот Гефест? Очередная загадка. А, где они? Блядь, всех убил, что ли? А, заебал. Так, я там всех убил, значит. Неужели я всех искры убил? Пахай. Че, реально, что ли? Всех искры я уничтожил, по всей карте. Больше нет, выдаю. Блин. Так, вот здесь что-то есть. Не знаю. Рыбка. Подожди, я же их там все убил, брат. О, есть, они там есть. А, блин, есть. Блин, он упал, да? Добить.
А, блядь. Так, сердце рыскаря. Ну-ка. Блядь, нельзя. Добрее. Сердце где? Блядь, заебал. Все что ли? О. Сердце рыскай. Все, да. Это не предупреждение. Рыскарь есть там? Рыскарь, значит. Так, ладно. Так, рыскарь, рыскарь. Мне нужно сердце рыскарь. А я всех рыскарь уничтожил по своей карте. Так, ну я разве что здесь не был. Вон туда дойти надо, блин. Только здесь нету, да? Че, ладно, пошли. Придется идти туда.
Сохраняемся. Куда я, блядь? Я вообще не туда пошел. Я заебись. Подожди, это что? Блин, это же другие. Короче, они закончились. Короче, они закончились, видимо, их нет. Так, может здесь, а? Может там есть? Да, видимо, есть. Аллилуйя. Пожалуйста, сердце, сердце, сердце. Ура! Наконец-то. Наконец-то. Так, вчера пошли теперь. Надо охотничий взять, а не боевой. А то боевой слишком хреновый. Тупо холодом и электричество стреляет. А мне нужно, чтобы урон был. Ну, неудобно, короче. Так. Сейчас как с пулемета буду расстреливать. Так, вчера. Охотничий лук Карха тьмы. Во. Это по-нашему. Так, и продадим то оружие. Боевой лук Карха тьмы. Так, продать еще что у нас есть так рынка. Так, вот это. Вот это. Еще, да? Так, изготовление, давайте смотрим.
урон плюс 7. О. Ух ты, ебать, так. Повреждение брони 11-8, да? Давай, броня. И огонь давай. О. О! Это другое дело. Так по-нашему. Ух ты, нихуя себе. Нихера себе. Так, ну-ка я еще хочу. Модификации, да? Это старая модификация, сейчас гляну. Так, урон 40. Так, ну тут не трогаем ничего. Урон 14. Блин, 24, да? Урон 12. Урон 23, 38. Че? Подожди-ка. Окей. Так, электричество, да? Так, продадим давай. Все, что не нужно. Все продавай. Все продаем. Так, теперь задание, да? Охотничий лук Карха Тьмы. Так, обучение боевого лука Карха. Сбейте бронепластины с машины, да? Ну, я это с удовольствием сделал. Это второе. Сбейте бронепластины с машины. Давай в сторону задания пойдем-ка. Да, блин, достали. Так, вот сюда надо. Значит, давайте. Как мне это нравится.